На ледники, правда, эти ледники надо смотреть зимой. Здесь все будет заснежено, все будет белое. Сейчас здесь все в золе, вулканической пыли, вернее. Экскурсия нам обошлась 11 тысяч исландских крон с человека. Группа у нас малочисленная, всего 5 человек и один гид. Отсюда у нас обязание. Ну, можно сказать, мы считаем себя в безопасности. Продолжительность экскурсии у нас 1,5-2 часа. Посмотрим. Вышагиваем по самому большому леднику в Европе, Ватнайкюдель. Мы держим путь. Наверное, в самый центр этого ледника, вон туда вот. Здесь можно посетить пещеры, которые находятся вот в самых разных абсолютно местах. Малая часть вот на Якюд. Холодало. Уже вечереет. Солнышко здесь не видно. Все облачно. Назад вот та гора образовалась, и она, видите, вся обросла зеленью. А вот эта гора образовалась 20 лет назад, и она зеленью не обросла. И это наш гид Алик считает нормальным. Крейзи, как он говорит. That happy beat is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. No, I don't remember this part. How does this part go? I used to walk
in the shade, the blues on parade. Now I'm not afraid that rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rock. Пожалуйста, Атлантический океан. Он, кстати, солененький, я помню. Ты кусок льда попробовал или океан? Нет, я подошла, попробовала водичку, потом дальше. Что там попила, да? И солененькая такая. Сейчас в козочку превратишься. Какую козочку? В общем, мы впервые увидели Атлантический океан. Он холодненький. В гидрокостюме, наверное, можно было бы купаться. Хотя, не знаю, здесь вообще кто-нибудь купается. Веет холодом, но ничего страшного. Такая красота стоит там. Еще морские котики там. И льдинки плавают. И удочки. И удочки. Мы добрались до ледников. Это озеро Юкюр, Юкюр-Лаун-Саур. Нет, Юкюль-Саур-Лаун. Это озеро Юкюль-Саур-Лаун. Вы посмотрите, какие здесь ледники. А вон вертолет летает. Здесь можно взять экскурсию на вертолет и полетать. Я думаю, что с денег это стоит неимоверных. Я думаю, 1050 примерно за часовую прогулку, а может быть и то и больше. Здесь плавают морские котики. Мы взяли экскурсию, экскурсия нам обошлась 6000 рублей за двоих, 35 минут. Пойдем на амфибии кататься по ледникам, проплывем, сделаем кружок там и вернемся обратно на эту точку. Местечко очень красивое, рекомендую обязательно к посещению. Парковка есть вроде как бесплатно. Мы зашли в кафешку, узнали по поводу парковки, сказали, что здесь бесплатно. Так что паркуйтесь. Там очень большое течение, там мелко, и котики прям выныривают, чтобы приплыть против течения, потому что они не могут сопротивляться воде. Это мост через озеро Юкюр-Саур-Лаун. Вы посмотрите, какая конструкция. Он однополосный, то есть машины должны пропускать друг друга. При этом он не имеет никаких опор над озером. Приезжайте в Исландию. Вы слышите меня? Подписывайтесь на канал. Ага. И приезжайте в Исландию.